Квадратный метр преткновения. Жительницу поселка Мохнатушка Валентину Юсупову вынуждают снести свой дом. Причина – кадастровая ошибка. Угол дома в результате допущенной неточности при межевании юридически оказался на участке соседей. Этот забор, поясняет Валентина Юсупова, разделял участки с незапамятных времен. Когда покупала землю, он уже стоял. Однако несколько лет назад Валентина Юсупова проводила межевание. Почему-то территория площадью 3 квадратных метра, находящаяся по ее сторону забора, не была внесена в кадастровые документы. Позже новые соседи при покупке участка провели межевание, и 3 квадратных метра земли оказались приписаны им. Беда в том, что на формально чужой территории оказался угол уже построенного дома Юсуповых. Соседи посчитали, что имеют дело с самозахватом земли и подали на Юсуповых в суд. Его вердикт – угол дома снести. Правда, часть дома разобрать вряд ли получится. Если вот внутри дома смотреть, значит, вот этот угол от стенки метр 14 я должна отдать соседям. Вот как вы думаете, я могу вот этот дом разобрать? Люди, которые строят, они знают, что здесь надо сносить фундамент. Во-первых, надо снимать крышу, это полностью ее всю, полностью крышу переделывать. Сносить фундамент, сносить вот эти, ну это полностью все разбирать. Это, считай, строить новый дом надо, и все.